весело оповестил своих поклонников о том, что собирается принять участие в популярном приключенческом шоу «Форт Боярд», перезапуск которого состоится осенью на телеканале СТС. Зная Ольгу, можно было предположить, что парой снимков дело не ограничится. Так и оказалось. Знаменитость без перерыва постила в сторис фотографии и видео с места событий, а один кадр выделила особенно. На снимке, который Ольга выложила непосредственно в Инстаграм, она стоит в какой-то стеклянной будке, с ног до головы облепленная мелкими насекомыми. К уху страдающей знаменитости прижимается что-то похожее на телефонную трубку. С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда. Не буду ничего говорить, все увидите сами, но было сложно. Призналась телеведущая и поинтересовалась у пользователей, чего они боятся. «Я боюсь идти завтра на испытание, мы только приехали сюда», не стала скрывать опасения Виктория Бонни, которая также дала согласие принять участие в популярном телешоу. Кстати, новым ведущим игры стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. «Мне кажется, нет такого человека, который не видел «Форт Боярд». Со своей стороны постараюсь не испортить проект, стать для участников другом, помощником, но жестким. Для меня эта игра – вызов, не люблю соревнований, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное зрителей, желанием оторвать пятую точку от дивана и побеждать, бороться со своими фобиями», – прокомментировал свое участие в программе Шнур. Спасибо, Сереж, спасибо, что помогал. Не будем спорить, да, не будем ничего говорить, не будем. А еще хочу сказать, что у нас лучший ведущий, и у меня была реально самая лучшая команда.